Итак, на старте самый быстрый дивизион D1. Первым стоит Кузьмин Владислав, номер 13. Рядом с ним Квашнин Сергей, номер 12. Так, не успел я представить машины, рванули они уже вперед. И, скажем так, что два тольяттинских гонщика, там еще Котелло и Татьяна Елисеева на желтом автомобиле. Пока же смотрим, как Квашнин проходит второй уже поворот. Кузьмин недалеко от него. Чуть позже расскажу уже поподробнее о каждом гонщике. Пока мы видим, что тольяттинские гонщики... А, кстати, они разбились сейчас, в смысле разошлись. Один ушел в Джокер, второй стал продолжать. Видимо, решили не мешать друг другу. Так, пока же у нас Квашнин Сергей, номер 12, отрывается вперед. Мастер спорта международного класса, гонщик из Москвы. И следом за ним Кузьмин Владислав на своем автомобиле, который, в общем, довольно серьезно капризничал в этом сезоне. Не хотел он ехать упорно. Ну и сейчас как раз тот самый редкий случай, когда воронежцы наконец увидели Владислава Кузьмина за рулем своего автомобиля на финальном заезде. Что ж, и мы видим, Владислав Кузьмин достаточно плотно сидит на хвосте сейчас у Квашнина Сергея. Напомню, мастер спорта международного класса, достаточно давно он выступает. Брат у него тоже, в общем, очень успешно выступает на международных соревнованиях. Квашнин же Сергей выступает вот у нас здесь сейчас на чемпионате России по ралли-кроссу. Итак, смотрим сейчас, как развиваются события. Очень сильно оторвались вперед Кузьмин и Квашнин Сергей. И сейчас, кстати, может быть, наверное, будет какая-то попытка атаки. Кузьмин пытается, наверное, похоже, даже сдерживает его немного Квашнин. По-разному настроены автомобили и у того, и у другого. Точнее, у Кузьмина, видимо, настройки другие. Ему бы вот в поворотах проходить еще побыстрее, поудачнее, все бы отлично у него получилось. Будем ждать мы, конечно же, атаку. Ох, как сильно сейчас вот увеличилась дистанция. Ни с того, ни с сего, казалось бы, не заметили мы. Ну и давайте теперь посмотрим, как едут остальные гонщики. О, Кузьмин сейчас ушел в Джокер. Посмотрим, никто ли его не обгонит. Так, ждем сейчас. Никто, похоже, видите, какие громадные дистанции совершенно между автомобилями. Ну и его преследовал Котелло, там Борис. И он ушел в Джокер. Соответственно, 14 и 2 номер оказались сейчас за Кузьминым. Это Брагин Дмитрий и Дудин Виталий. Котелло мы сейчас видели, тоже там проехал. Елисееву Татьяну мы пока не очень видим. И что ж, 12 номер, Квашнин Сергей по-прежнему в далеком отрыве ото всех. Кузьмин ушел в Джокер. И таким образом, чуть ли не на полкруга Квашнин сейчас впереди. Вот мы видим сейчас, как он едет. Проходит он сейчас шикарно в очередной раз. Наверное, своим старым привычкам он, в общем, будет придерживаться и поедет в Джокер на последний круг, то есть на заключительный. Ну да, и сейчас вот он не ушел туда. Котелло у нас почему-то на последней позиции оказался. Пролетел Квашнин мимо. Так, Кузьмин едет, ему больше в Джокер незачем заезжать. И на разгонную прямую он выходит, пытается оторваться от Брагина Дмитрия. Очень-очень быстро летят машины, не успевает за ними практически вертолет. Ну и все, растянулись автомобили уже. Сейчас можно было бы говорить старыми мерками о том, что расставились они по позициям. Ну, отстает. А, нет, не отстает, но круг это как раз Квашнин Сергей проехал. Вот мы видим, сейчас Кузьмин за ним едет. Ну, кстати, сокращается дистанция между Брагиным и Кузьминым. Эта борьба сейчас у нас идет за вторую-третью позицию. Ну, с учетом того, что это, кстати, уже заключительный круг. И Квашнин Сергей у нас на большом расстоянии. Так, ушел он в Джокер. С самой верхней точки мы сейчас наблюдаем. Ну, мы видим Елисееву, как раз Татьяну. Так, Кузьмин заезжает в Джокер. И Квашнин у нас уже, ну, уже, в общем, да. Кстати, не такая уж и большая дистанция. Быть может, еще Кузьмин попытается атаковать его. Кузьмина, я имею в виду. И вот сверху мы сейчас смотрим. Вряд ли он его будет атаковать. Дымок какой-то вырывается из-под обтекателей Квашнина. Но это, конечно же, не какая-то техническая неполадка. Видимо, так задумано. Вот опять мы видим столб дыма из-под него вырывается. Непонятно, что это, но тем не менее. Вот он уже финиш, и сейчас он финиширует первым, как это обычно бывает в этом сезоне. Кузьмин второй. Что ж, мы поздравляем его, доехал его машины вон. Кстати, третий автомобиль Брагина Дмитрия финишировал. За ним 14 номер Дудин. Второй номер, точнее, Дудин Виталий. Котелло на пятой позиции. И 16 номер Елисеева Татьяна на шестой позиции. Сейчас будет процедура предварительного награждения. И мы можем пока наблюдать за красивейшим пейзажем Белого колодца.